Доброго времени суток зрителям, священным гостям нашего канала. С вами Росси, и мы сегодня с вами поиграем в новую игру под названием Bannerman, Знаменосец. Эта игра в 3D формате рассказывает нам о воине, который выжил после тяжелой битвы и теперь отправляется по королевству, разоренной войной и страданиями, искать флаг своего государства, который был утерян во время этой битвы. В общем, начинаем новую игру. Я в эту игру еще до этого не играл, поэтому одна для меня будет тоже впервые. Игра вышла совсем недавно, если я не ошибаюсь, 31 августа сего года. Так, значит, собственно, извиняюсь за скрип. Так, значит, ага, стрелочки, понятно. Стрелочки, в общем, мы ходим. Так, это что у нас? Кнопки ничего не действуют? Да, ничего не делают. Ладно, идем. Так, кто ты? Ты пропустил завтрак, говорят мне. Ага. Короче, помоги мне. Какие есть новости? Ничего нового. Скоро северяне вернутся. Короче, все, мне нужно идти, дружище. Я, знаете ли, занятой человек. Так. Ты выглядишь как говно. Это хорошо. Увидимся позже. Короче, мне с вами не интересно говорить. У меня, знаете ли, свои есть какие-то важные дела. Ух ты, катапульта стрельнула. О, а ты кто такой? Что случилось? Значит, разведчики вернулись, и они... кого-то там увидели. Что я должен сделать, короче? Ты должен следовать за мной. Лорд. Так, знамя. Я взял знамя. Господа, стройся. Куда я с этим знаменом-то пошел? Не знаю. В общем, идем по каким-то важным делам. Битва, смотрите, война страшная идет. Знамя несется. Наши пацаны. Батюшки. Мы такие, знаете, несем свое знамя сквозь смерть. Говно, кишки, как бы. Происходит Рубилова, а мы такие невозмутимо. Бородато-рыжий мужчина несет знамя. Потому что знает, что никто кроме него это не сделает. Невозмутимо, если он... Так, остановись прямо здесь. Так, а атака базовая. Я понял, хорошо. Так, это, короче, мы меняем... Вверх-вниз мы меняем стойки. Я понял вас. Что-то у нас ногами отбрасывает, как собаку. S это блок. Опа, опа. Я понял. Это нижний блок. А D это сильная атака. Нас откинули. И мы упали. Какой-то рыцарь, короче, нас отмудохал ногами. И Bannerman, флагоносец. Или знаменосец, точнее. Знаменосец. День первый. Мы пришли в себя. В общем, видно, что это наш лорд. Выжил, я как я вижу, да? Битва проиграна. Короче, битва проиграна, мы идем дальше. Нам неинтересно. Так, Е.
еще, подождите, что я с ним должен был сделать? Конечно, попрактиковать свои умения. Итак, значит, кнопка А. Ага, это понятно. Это, короче, вот такая штука. Теперь давайте нижним. Понял вас. А теперь сильный удар. С верхней стойки сильный удар. Это бьет он рукояткой почему-то. А с нижней стойки сильный удар. Не могу сделать, нету этого. Вот так вот, я понял. Давайте мы добьем, короче, этого манекена. Порубали его. Порубали его в кашу. Все, мы идем дальше. В Валмигон Виллэдж какой-то. Р, это бежать. Кто-то повешенный под, за ноги, подвешенный точнее был. Где-то что-то горит. Ну, опа. Так, нижнюю стойку я хочу атаковать именно с нижней стойки. Оп. Изи, изи каточка, ребятки, просто, не знаю, просто разорвал. Так, взяли кольчугу, походу взяли. Ага, так, теперь будем атаковать с верхней стойки. Сильный удар, опа, готово дело. Ну, пока, вы знаете, так весело, хотя я не фанат 2D игры, но... Я не хочу. АУЕ, фартумасти, как он, наверное, хотел мне сказать. О, бабища здесь. Что ты здесь делаешь? Я хочу тебя просто оставить в покое, скажем так. Так, заходим в дом. А что там? Стоп. А я могу как-то наверх подняться? Я бы был бы не против. Нет, наверх никак подняться нельзя, к сожалению. Письмо. Типа там прощай, моя дорогая семья, там все дела. Я думаю, знатоки английского могут прочитать, если я буду говорить. Кстати, игра весит очень мало. Я, конечно же, ее не смог, к сожалению, купить. Поэтому, что-то она там весит до 200 метров. Ну, понятно, что пиксельная игра много весить не может. Отличный саундтрек такой, знаете... скажем так, не грустный, не скучный, передает атмосферу. Хорошо. В общем, вы мне все не нужны, я в интернете прочитал свою задачу, мне нужно вернуть знамя, я как бы иду целенаправленно туда. Так, ага, у этого уже есть немножко брони, я понял. Давайте попробуем, оп, броню срезал, хорошо. Давай. Оп. Ах ты зараза. Смотрите, что он делает. Сучий потрох. Оба, оба. Давай, нападай. Сволочь. Оп. Саечку за испу. Порубали его. Отлично. Отлично. Ребятки, не знаю, как вам, мне нравится. Обязательно поиграйте в эту игру. Потом пишите, кто сколько дней прошел. Я как понял, здесь измеряется в днях. Сейчас это первый день. Лучник. Р увернуться. Опа. Опа, опа-па. Оп. Попал, сука. А теперь... Ач. Просто порубал его. Хотя можно было нажать W, что-то с ним сделать. Но знаете ли. Так, ворота закрылись. В поле какие-то ворота. Не знаю, наверное, фермеры охраняют свою пшеницу. Ух ты! Это какой-то интересный дядька. Оп, оп. Опа, блок, оп, оп. Оп. Тихо, тихо, тихо. Тихо, парнишечка. Чик-чик. Изи-бризи просто. Так будет с каждым. У него было много жизней, но он был высокий. То есть здоровый, но неповоротливый, скажем так. Развели костер и будем, наверное, отдыхать. День второй. Ну, а на второй день, ребята, мы заканчиваем обзор
данной игры. В общем, управление довольно-таки простое. Можно делать всякие комбо-момбо. Игра немножко на реакцию. Несмотря на графику в пикселях, играть довольно-таки приятно. Саундтрек реально радует. Если у вас есть хотя бы базовое знание английского языка, вы сможете спокойно читать диалоги и, в принципе, понимать, что от вас хотят и что происходит. В общем, любителям такого жанра обязательно стоит купить и поиграть соответственно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Росси, и это был канал Роли Гейм Онлайн, рубрика Геймплей и Летсплей. Всем до скорых встреч, всем пока.